Обычно поговорить на тему местного и медикаментозного лечения ран врачи собирались в Москве. Научно-практическую конференцию с подобной тематикой в Сочи провели впервые. Это символично, отметили организаторы, ведь в том числе и в Сочи был накоплен большой врачебный опыт лечения ран и раневых инфекций в военное время, когда курорт был городом-госпиталем. Да и вообще кубанская хирургия – одна из передовых. Кубанская школа насчитывает десятки выдающихся ученых, которые посвятили свою жизнь лечению ран и раневой инфекции. Достаточно вспомнить профессора Красовитова, который предложил различные виды кожаной пластики, до сих пор используемые в современных клиниках. Вообще тема ран и раневых инфекций стара как мир и будет актуальна всегда, отметили организаторы конференции. Отсюда и внимание медиков. В зале собралось более сотни специалистов, в том числе врачи из Узбекистана и Белоруссии. Раньше гнойная хирургия, как бы к ней относились по остаточному принципу, сейчас же это все действительно на самом современном уровне. В 90-е годы все это немножко затихло, и сейчас мы вот уже, начиная с 2011 года, поставили такую цель, задачу возобновить, восстановить те всесоюзные конференции ран раневых инфекций, которые проводились с регулярной периодичностью. Нынешняя конференция с такой тематикой уже третья по счету. Следующая пройдет в Москве. Это будет 4-дневный конгресс с более широким спектром вопросов.